Жаккард нам привычен в зимних изделиях, теплых, толстых. Это оправданно и привычно. В летних изделиях жаккард применяется редко, именно потому, что он делает изделия очень теплыми на вид. Поэтому следующее изделие мы будем вязать в один цвет. Что вы делаете, когда для вашего проекта вам нужно найти пряжу определенного цвета, а у вас ее нет? Вяжете из того, что есть? Или так долго ищете нужный оттенок, пока не забываете, для чего искали? Мы поступаем по-другому. Мы цвет пряжи создаем сами, но не красим ее. Как пример, наш джемпер золотистый. Очень хотелось связать его из секционной пряжи, но так, чтобы это была одна секция от рукава до рукава. Таких секционок в природе не существует, поэтому мы сделали ее сами. Слонимская пряжа, тоненькая, 1500 метров, три цвета. И выполнили плавный градиент. Каждой секции меняя цвет. И все это на основе жаккарда. Получается, как будто бы наш джемпер, контур вырезан из целикового полотна. На самом деле он у нас связан с убавками и прибавками. Идеальный размер секции, повторяющийся по всему изделию. Из обычной секционной пряжи это сделать просто невозможно. И сейчас мы начинаем новый проект. Летняя майка. Выбрали цвет. Насыщенный. Он, кстати, так и называется. Цвет портвейн. Но для летнего легкого воздушного изделия темноватый. Уж больно мрачно. Поэтому нам нужно его осветлить. Немножко притушить. И мы нашли решение. Посмотрите, какой замечательный получается эффект. Бордовый цвет размытый. Необыкновенное ощущение. И что же это за методика такая? Это не имитация секционки, как в золотистом. Это не меланж, скрученный в две ниточки. Это даже не вивен. Что же это? Это совершенно другой способ. А какой, вы узнаете в следующих видео, поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение.